Здравствуйте. 12 апреля – День космонавтики. Как самарские специалисты участвовали в развитии космической отрасли, как проводятся испытания техники и какие космические технологии проникают в нашу жизнь сегодня? Об этом говорим в нашей студии. Ветеран ракетно-космического центра «Прогресс», заслуженный испытатель космической техники, лауреат государственной премии Михаил Шум. Михаил Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы попали в эту космическую отрасль, когда это было, и что вами двигало тогда, в то еще время? Ну, я кончал Куйбышевский авиационный институт. Когда мы проводили уже выпускной вечер, на этом выпускном вечере нам сказали, что те, кто получил направление на завод номер один, значит, просим в понедельник прийти в институт, в деканат. Мы пришли туда, и там пришли с завода три человека. Они объявили нам, что завод получил новую технику, задание на новую технику, что им нужно быстро ее осваивать, и поэтому попросили нас не уходить в отпуска, положенные студентам после окончания курса, а сразу же поступить на завод, что они потом нам предоставят возможность отгулять этот отпуск позже. Ну и поэтому 15 марта я уже поступил на завод, а в конце марта я уже уехал в командировку, в Подлипки, к Сергею Павловичу на фирму, где мы начали изучать, что такое ракета, как она выглядит, что, в общем, готовится. И все лето это мы проводили все в командировках полностью. Мы были во многих фирмах, и у Сергея Павловича, и у Пелюгина, и у телеметристов у Рязанского. В общем, везде мы все изучали, как все, что устроено. Поучаствовали в испытаниях двух ракет у Сергея Павловича на КИСе. И где-то в сентябре мы вернулись, начали уже устраивать свой КИС. КИС – это контрольная испытательная станция, на которой проходит испытание ракеты. В это время стало поступать и оборудование, все, нам нужно было его разворачивать. Задача была поставлена в этом году, 58-м, изготовить три ракеты. Вот. И эта задача была выполнена. Всегда интересно, Михаил Федорович, как проходят испытания ракеты. Ну, все мы представляем, как испытываются самолеты. Их можно, да, вот понять, садится там пилот и испытывает. А ракеты как можно? Ну, как вот, какая технология? Какая технология? Ракета поставляется на контрольно-испытательную станцию КИС. К ней подключается испытательное оборудование. И мы как бы проводим работу, как имитируется все от старта до полета. То есть мы включаем оборудование, вот, включается бортовая аппаратура. Если какие-то нужны как бы, ну, имитация с Земли, то есть соответствующие установки, которые имитируют нужные. И мы испытываем. Испытывается все, как двигатель запускается. Только он не запускается фактически, а срабатывают все клапаны. Мы их контролируем последовательность, что все они работают. Проходят все операции так, как будто ракета стоит на старте, и она пойдет. Только она лежит разобранная на куски, да, здесь. Вот. Ну, потому что у нас ракета очень сложная была. Она состояла из 5 блоков. Причем центральный блок, блок А, он, ну, здесь для испытаний искусственно разделялся на две части. 1А и 2А. То есть разделялся. То есть у нас было 6 частей, а 7-я – это головная часть. Головная. И вот все эти части нам нужно было испытать полностью. Вот, и дать заключение. А сегодня вы следите за запусками ракет? Конечно. И когда вот они не удаются, вы сможете, как эксперт, вот понять, что происходит, или как-то, ну, вот это вот объяснить? Дело в том, что техника никогда не была, говорится, надежности единица. Ее никогда нет. Люди делают. Люди что-то могут сделать неправильно. То есть человеческий фактор, да, получается? Никогда надежности единица нет. Вот у нас ракета очень высокую надежность показывает всем в мире, но и то у нас были срывы. Ну вот первый у нас такой серьезный был срыв. Это
28 сентября 1983 года, когда космонавты Титов и Стрекалов готовились к полету. И вдруг внезапно на одном из боковых блоков включился двигатель. Mm-hmm. Кстати, причину, вот почему он включился, мы не знаем до сих пор. Были очень много версий, но ни одна вот так не была подтверждена настолько, чтобы сказать, это вот истина вот из-за этого произошло. Но он запустился. Это было увидено, оценено. Понятно, что произойдет дальше разрушение всей ракеты. Была выдана команда в систему аварийного спасения, и космонавты были спасены. Кстати, за этим пуском наблюдали индусы, которые готовились полететь. Ну, считалось, что на них произведет очень такое гнетущее mm-hmm. впечатление. Но они сказали наоборот, что если из такого ада космонавты выходят нормальными, ничего, мы, говорит, полетим. Да, вот это интересно. Так что все это. Ну, а так что? Наше задание было выполнено. Три ракеты были изготовлены. Правда, одну ракету в последний момент сказали сделать учебной, чтобы армия училась на ней, как испытывать и готовить такую ракету. А две ракеты были нормально изготовлены, отправлены на полигон, который сейчас называется космодром Байконур, тогда полигон номер 5 Министерства обороны. И там они были испытаны, значит, уже после транспортировки, собраны в пакет. И 17 февраля одна ракета улетела. Улетела совершенно нормально все это. Вторая ракета тоже была поставлена на стартовый стол, но в момент, при прохождении запуска двигателей произошел отбой. Потом, как выяснилось, что не все знали, как происходит процесс запуска, контролировали очень много процессов, в процессе все. А запуск происходит колебательно. Mm-hmm. То есть сначала давление повышается, потом понижается, потом снова повышается. И вот это понижение давления автоматика приняла за отказ mm-hmm. и выключила. Mm-hmm. После этого система управления была доработана. Это процесс перестали контролировать. И нам засчитали обе ракеты, нам дали право изготавливать их серию. И серия началась изготавливаться. Дальше мы начали работу по модернизации этой ракеты. Это была ракета, будем говорить, Р-7, а мы дальше модернизировали, сделали Р-7А. Ракета Р-7 была дальностью 8000 километров, а Р-7А уже была в полтора раза больше, 12000 километров. Эту ракету как раз пускали уже не на Камчатку, а в океан. Mm-hmm. Вот, когда были сделаны пуски в океан, ну, тогда объявили, что вот в такой-то район океана просят в такое-то время судам и самолетам не заходить, поскольку будут падать ракеты. Конечно, американцы поставили свои корабли вокруг, и самолеты там летали, все это так, чтобы не заходить в этот квадрат. Ну и наблюдали за всеми пусками. И потом в американской прессе появилась масса фотографий, как падает головная часть. Ракеты, и что это было? Что они видели, ага. Все. А падали они очень близко от Гавайев. И это произвело большое впечатление. Ну, Гавайи тоже, как индусы, не испугались, наверное. Нет, дело в том, что они падали в нейтральные воды. Понятно. В нейтральные воды, но близко. Близко. То есть я там, кажется, подвинь вот так в сторону. Да. И попадешь на Гавайи. Да. Вы сейчас вспомнили про Америку, а буквально вчера президент Америки Трамп заявил о том, что о праве США использовать ресурсы Луны, по которому исследование спутника считается, и других небесных тел, и исследование спутника не считается достоянием всего человечества. Ну, не то, что не считается, а вот американцы имеют право, так, претендуют на исследование. Как? Ну, вот просто небольшой комментарий. Ну, это обычная капиталистическая манера все говорить. Я сюда зашел, все, это мое. Я хочу,
И никого сюда не подпущу. Ну, это... Ну, это, наверное, тоже коммерческий такой вот интерес нации, ну, добывать какие-то... Нельзя, сидя на Земле, объявить Луну, Марс или еще что-то собственной территорией. Да, для этого... мы, наверное, все равно приближаемся, вот как по вашему ощущению, к такому более плотному освоению космоса, когда это произойдет? Вот как вы видите будущее? Что будет? Ну, я считаю, что сейчас, вот в начале, когда началось развитие, шло бурное изменение все это. Но это результат накопленного раньше. Вот и сейчас идет накопление потенциала для дальнейшего рывка вперед. Мы сейчас хорошо освоили околоземное пространство космическое. Ведь космос вошел в нашу жизнь. Мы даже не замечаем этого. Связь, она постоянна. Человек вынимает из кармана маленькую трубочку и может говорить по всему миру. Да, это все с космосом, это сделал космос. Технологии, да? Это сделал космос. Мы не задумываемся об этом. Телевидение. Когда в 67-м году впервые Владивосток в прямом эфире увидел демонстрацию в Москве, вот, 7 ноября 67-го года, это был такой прорыв. А сейчас мы смотрим откуда угодно, и никто не говорит по 200 каналов. Да. Все смотрят. Также мы наблюдаем сейчас, как погода. Мы сейчас нам предсказывают погоду очень хорошо и точно. Да, да, да. Очень точно. Потому что мы наблюдаем за развитием атмосферной обстановки по всему миру все время, постоянно. Геологи получают информацию по всяким разломам, и по которым они определяют, где и что нужно искать. Угу. Так что следим за лесами, пожары, как растут леса, как урожай идет. Все это. И космос, вот получается, что космос нам помогает. Космос нам помогает, он все время. Вот. Угу. Михаил Федорович, вам повезло встретиться с такими умами, с такими людьми. И, наверное, вы и не только с разработчиками встречались, но еще и с космонавтами, и с такой вот широкий спектр. Кто на вас произвел самое такое сильное, яркое впечатление? И что это за люди, которые вот могут даже вот преодолеть все земное? Потому что вот как вот человеческий мозг может сконструировать ракету, двигатель и отправить человека, вот это удивительно. И вы встречались с такими людьми. Ну, конечно, мы встречались. В процессе работы я встречался и с Сергеем Павловичем Королевым, вот это, с Мишиным, с Чертаком, многими людьми, по мере работы нас, количество тех, с кем мы общались, было большое. В том числе и с космонавтами. С космонавтами, конечно, не такой обширный круг, чтобы можно было говорить. Но больше всех мы встречались, конечно, с Феоктистовым. Поскольку он после полета продолжал работать в АКБ-1 и приезжал на полигон, с таким же, как любой человек из этой фирмы. Ну, а дальше с кем мы встречались? Ну, Гагарина я просто, говорится, видел, но не приходилось так вот, чтобы разговаривать с ним. Я присутствовал при запуске Гагарина. Тогда мы готовили боевую ракету на другой площадке. Там две площадки на Южном полигоне, две площадки. Площадка номер 2, так называемый теперь гагаринский старт. И площадка 31, откуда вот сейчас, например, завтра будет сделан тоже пилотируемый пуск космонавтов. Вот. Вот мы на 31-й площадке готовим боевую ракету, а со второй площадки стартует Гагарин. Ну, нас вывели, нам все это... Мы знали, что... Не знали фамилию, но знали, что летит космонавт. Летит космонавт. Мы вышли на, там, как говорится, бугор, и перед нами там 12 километров по прямой, но видно хорошо старт, и как со старта уходила ракета. Все это. Потом нам объявили, что он вышел на орбиту,
И так мы все это, вплоть до посадки, все это нам транслировали. Транслировали все это, мы знали. Свидетель, вы очевидец, это же надо. А потом Гагарин, он был дублером у Комарова, когда Комаров полетел уже 25 апреля 67 года. Вот, когда Комаров полетел и погиб. Вот в этом полете дублером был Гагарин. Мы его наблюдали, когда он приходил на примерки, все, поскольку мы готовили ракету. Вот. Ну вот так вот. Здесь такого общения, говорится, чтобы поговорить не было. А с кем разговаривали? С Титовым. Вот с Титовым было очень большое общение. Гречка вот интересный очень космонавт. Вам вот, не довелось встречаться, нет, с Гречкой? С Гречкой мы общались тоже. Вот у него какое-то свое видение, да, вот всего происходящего? Вот Гречка приезжал к нам сюда и на нашу фирму. Да. Савиных, я лично Савиных возил на АвтоВАЗ. В общем, так получилось, что мне пришлось на своей машине везти. Но это не такое. Ну вот говорят, тех, кто побывал в космосе, меняются люди после того, как побывают, вот оторвутся от Земли и увидят Землю вот с такого расстояния, что она вот шариком маленьким. Вы как-то это вот... Я не замечал. Я не замечал такое. В общении вот с теми космонавтами, которые мне приходилось общаться, они выглядели совершенно обычными людьми. Ничего такого особенного. И они не старались подчеркнуть. Вот, например, даже когда я привел в наш испытательный цех, где испытывались космические аппараты нашей разработки, привел Савиных и говорю: ребята, ну вы... А мы не заметили, что это космонавт. У него нет ни значка, ничего. То есть ходит человек... Я говорю, вы хоть автографы возьмите. Да. Он совершенно обыкновенный человек, ничем не вы так не отличающийся. Многие. Ну, были у нас, говорится, и застолья такие. Ну что ж, все как со всеми, да. с обычными людьми. А сегодня что происходит в отрасли космической? Вот вы, наверное, тоже следите. Какие разработки? И как вообще вот состояние этой отрасли оцениваете? Чего бы вам хотелось, как вот уже ветерану? Ну, что, сейчас идет, ну, новое поколение космических аппаратов, и нужны новые ракеты. Вот завтра будет пуск на «Союзе-2». «Союз-2» — это новая ракета, это модификация, конечно, «Союза», который разработан был нами в Куйбышеве. Значит, Сергей Павлович дал команду нам разработать ракету специально для вывоза космонавтов. Потому что первые космонавты летали на ракетах, не специально для них изготовленных. Бралась обыкновенная ракета, которую мы изготовили, боевую, двухступенчатая, отправлялась в Подлипки, там на нее наставляли третью ступень, и на этой ракете летала шестерка космонавтов. Это Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Быковский, Терешкова. Они вот в таких ракетах летали. Потом мы сделали другую ракету, которая потом получила такое неофициальное название «Восход». Это была трехступенчатая ракета с более мощной третьей ступенью, чем та, на которых летали космонавты «Шестерка». Эту ракету мы первый раз испытали 13 ноября 1963 года, и потом на этой ракете слетали космонавты «Троица», Комаров, Феоктистов, Егоров. Это 12 октября 1964 года. Это вот три космонавта, которые полетели без скафандров. Тогда, я помню, Сергей Павлович вернулся с полигона и ходил такой, он прямо сиял. И говорил, показывал себе вот так, вот в таком вот костюмчике, а он, между прочим, никогда галстуки он не носил, вот он ходил такой. И вот показывал на свою рубашечку, говорит, вот в такой рубашечке мы пустили космонавтов. Вот американцы, говорит, не могут понять, как это можно было. Но это был, конечно, риск, который потом подтвердился, что этот риск существовал на самом деле. Вот.
И поэтому, ну, Сергей Павлович хотел показать, что космос – это самое обыкновенное такое дело, куда может пойти любой. Шла большая борьба между армией и Сергеем Павловичем, кто должен летать. Армия говорила, что только военные, а Сергей Павлович доказывал, что могут любые. И был прав. Вот сегодня же летают практически. Вот кто подготовился, тот и может полететь. Вот. И поэтому вот он стал готовить своих людей. Феоктистов, как разработчик космического корабля, он как раз добивался, чтобы вот полететь, чтобы понять, что же там, как это, ощутить на себе ощутить это все и понять, как дальше делать. Вот. Он. А у вас какое отношение к космосу? Вот лично вы как воспринимаете космос? Что это такое? Вот что бы сказать сегодня? Ну, может, подросткам, детям, что такое космос? Как бы это объяснили? Ну, космос – это, будем говорить, основное состояние всей Вселенной, всей Вселенной. А атмосфера – это только у некоторых планет. Угу. Мы находимся на планете с атмосферой. На других планетах есть разрешенная атмосфера, на некоторых совсем ее нет. То есть это общее состояние. Но выход в космос, он дает определенные возможности использовать вот это состояние. Вот это мы видим, что мы его используем, находясь в космическом пространстве. Космос. Сергей Павлович был, так сказать, романтиком. Он хотел достичь всех планет. Это было его голубой и... Как вот раньше говорили, покорить космос, покорение. Да не покорить, будем говорить, лучше не покорить, а освоить. Ага. Освоить. Почему покорять? Мы ничего не покоряем. Ну, такое выражение вот было. Да, к сожалению, я не согласен с этим выражением «покорять». Мы не покоряем, мы его осваиваем. Учимся жить в нем, учимся использовать его возможности. Вот это. Он запускал ракеты на Венеру, на Марс. Вот. К сожалению, те пуски, которые были произведены при нем, не дали тех результатов, но это все было от того, что не знали. Например, мы долго не знали, что атмосфера на Венере очень большая, тяжелая. Первый наш космический аппарат, который пошел на Венеру и вошел в атмосферу, был раздавлен этой атмосферой. Мы достигли планеты, поверхности планеты, потому что аппарат был раздавлен и перестал функционировать. Тогда выяснилось, что там очень высокое давление. Начали изменять. А когда-то считалось, что там чуть ли не 0,08 земного. Вот так. Вот так. Вот, видите, то когда прикоснешься, узнаешь, что есть на самом деле. Конечно. Чего нет. А сегодня вы встречаетесь с молодежью? С теми, кто, может быть, хочет тоже посвятить себя вот этой профессии? Ну, в основном, конечно, вот сейчас, когда шло столетие Дмитрия Ильича Козлова, мы сделали много, так сказать, посещений школ, вот, где рассказывали о том, как у нас шло развитие вот этого космической всей нашей техники, кто занимается как. Вот, вот это мы посещали и институты, вот, тоже говорили с ними. Но больше мы с детьми. Я должен сказать, что интерес проявляют как раз самые маленькие дети. Да, средние такое. А уже вот классы так 9 и выше, они как-то более инфантильны. Да, ну у них вот здесь очень много гаджетов всяких. Да. Они здесь заинтересованы, они в этом уже. Вот, да. Они уже сегодня в космосе они здесь сидят. Они во время этого разговора как раз могут в гаджеты смотреть. Вот. Поэтому вот. Для них это как-то или привычно, или не, не так сказать. А вот классы так до 7-го, когда, вот те с интересом много задают вопросов. Понятно. А вот эти уже не так. Михаил Федорович, у вас была какая-то мечта или цель, пока вы работали? К чему вы стремились? О чем мечтали? И удалось вот что-то вот... Ну, мы старались, значит,
выполнить те задания, которые нам давались. Вот нам Сергей Павлович задание сделать ракету для пилотируемых полетов. И это была ракета, цель. Первое, что мы поехали сразу к Пелюгину, спросить его, какую систему управления делать, потому что вроде бы сейчас уже начала развиваться вычислительная техника, но Николай Алексеевич посидел по своей привычке, щеку понадувал и говорит: нет, ребята, конечно, мы уже работаем, у нас есть вычислительные машины, но пилотируемый космос должен быть надежным космосом. Поэтому давайте сделаем на том, на чем мы уже летаем, что мы отработали, знаем, пусть это будет, но будет надежно. И мы сделали, тогда поручили Харькову по тем наработкам, которые делал Пелюгин, по нашему заданию техническому, сделать систему управления ракеты. А мы начали проектировать саму ракету, сделали. И 28 ноября 1966 года первая наша ракета, которая получила потом название «Союз», поскольку она делалась под «Союз», она полетела. Вот. Потом мы эту ракету, вот так «Союз» мы сделали, потом мы ее модернизировали, сделали «Союз» универсальный. Потому что у нас появилось много ракет отдельных. У нас была ракета трехступенчатая, четырехступенчатая и разные. И накопилось, так сказать, много оборудования различного. Поэтому было принято решение сделать одну универсальную ракету. Вот здесь мы делали эту ракету «Союз-У». Из «Союза» вот этого, «Союз-У». И ее как раз проектировали и стремились отработать к «Союз-Аполлону». Вот «Союз-Аполлон», будем говорить, первый пилотируемый полет на «Союз-У». Это «Союз Аполлон». Вот. У нас остается буквально минутка. Хотелось бы вас, знаете, что спросить? Я думаю, что вы ощущаете себя счастливым человеком, потому что так вошли в историю, участвовали в таких делах. А вот самое главное счастье все-таки для вас, оно какое? Что такое вот в вашей жизни? Ну, трудно сказать. Я именно доволен, что я оказался в самом начале развития вот этой техники у нас. И я прошел ее, будем говорить, с первых шагов до пока я не ушел на пенсию. То есть посвятили себя. И сейчас все. И мы постоянно контактируем. У меня есть постоянный пропуск на завод. Я могу приходить, общаться с людьми. Вот я говорил про автоматическую вычислительную технику. Ведь мы «Союз» сейчас довели где тоже. Мы сделали из «Союза» «У» уже «Союз-2». Да. Даже в двух модификациях. 2А и 2Б. Вот завтра будет первый полет пилотируемый на «Союзе-2». Угу. «Союз-2А». До этого «Союз-2» вообще мы пустили в 2013 году первый. Здесь у нас уже бортовая вычислительная машина стоит. То есть совсем другая система управления. Мы запускали много различных космических аппаратов. Грузовики запускали на этом «Союзе-2». А вот завтра полетят первый раз космонавты. Там два наших космонавта, Иванишин. И один американский. Понятно. Но будем следить за полетом, за запуском. 12 часов 5 минут по самарскому времени завтра будет пуск. Ой, ну что ж, спасибо вам большое. С праздником лично вас и всех ваших коллег. Ну, спасибо огромное за то, что рассказали. Это всегда очень интересно. Ну и вы действительно уникальный человек, раз вы участвовали во всем этом. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.